Очередной тур наших соревнований в конференции «Премьер» уже третий по счету день, когда мы с вами встречаемся на мини-футбольном поле Дворца спорта «Янтарь». И каждый раз говорим, что какие же интересные команды у нас сегодня будут играть. Сейчас «Меридиан Энерго» и «Татнефть» на площадке. «Меридиан Энерго» в синих майках, черных шортах. Их соперники «Татнефть» в классической зеленой форме. Чуть позже, когда подобьются заявки, будем напоминать вам, кто находится на поле. Сейчас самым заметным является возвращение Идрисова. Вот как раз он прессинговал Мельник вот только что. И, естественно, обратимся к турнирной таблице. Посмотрим, каких успехов у нас команды добились ранее. Идрисов вернулся в «Меридиан Энерго», но нету Ажнова. Ворота защищает другой футболист, явно иного амплуа. Итак, «Татнефть» после сыгранных 5 матчей идет на третьей строчке. 9 очков у «Татнефти». В случае победы может подняться выше, сместить спецсвязь, но и у спецсвязи еще будет матч в запасе. У «Меридиан Энерго» не так хорошо обстоят дела. 5 матчей, 4 набранных балла. 1 победа и 1 ничья. В этом сезоне команды уже встречались 2-1. Тогда была зафиксирована победа «Татнефти». И, как всегда, по нескольку матчей каждая команда у нас сегодня проведет. «Меридиан» позже будет играть с «Мосэнергосбытом». Затем с «Газпромэнергохолдингом». У «Татнефти» такие же соперники впереди. Так что проведут своего рода круговой мини-турнир. Понятно, что за него отдельные награды и медали не получат, но могут друг у друга отнять определенное количество очков. Соперники у «Меридиан Энерго» сегодня серьезнейшие. И, наверное, для «Меридиан Энерго» сегодня решающий тур. Если удается набрать приличное количество очков, то делают заявку на то, чтобы по итогам сезона хотя бы в тройку войти. Здесь все-таки дело заканчивается нарушением правил. Если же у «Меридиан Энерго» сегодня опять происходят очковые потери, то шансы на попадание в тройку становятся очень небольшими. Дрисов головой будет исполнять. Не получился перевод в центр или на фланг. Контратака «Татнефти». Удар накрывает Дрисов. Казалось, что мяч полетит аккурат под штангу. Мельников. «Татнефть» Гениатуллин пока продолжает оставаться на скамейке запасных. Ну, видимо, берегут его на концовку тайма. Ведь на последнюю треть. Для того, чтобы быстрый Гениатуллин вышел и без труда мог уходить от всех уже подуставших игроков «Меридиан Энерго». Идрисов сам пошел. Двух человек сумел обыграть Идрисов. Очень не хватало его «Меридиан Энерго» в предыдущих турах. Идрисов снова уходит от двух соперников. Гениатуллин появился, кстати, на площадке. Сейчас на острие атаки уже другой футболист.
кто последний коснулся мяча. Головой будет. Коробов пробил. Пиджама. Поле Татнефть пытается начать атаку, но пока это передача вдоль своих ворот. Отличный подкат. Коробов. Снова приходится отходить назад. Идрисов скорость набирает, и уже Мельников не успеет подкатиться. Изящные финты пробросил мимо. Можно было давать свисток, можно было не давать. Мяч у Гнетулина остался. Сам пробил Коробов. Второй пас вратарю. Свободный удар. Большое совещание о том, как нужно исполнять свободный удар. Вся пятерка на линии ворот. Удар, гол! 1-0 все-таки выходит вперед Татнефть. Рассыпалась стенка. Джама. Теперь можно сделать пас вратарю. Мяч пересек центр поля. Последняя минута первого тайма. Мельников ошибся с приемом, но действительно ростом не таким обладает, чтобы за такие мячи цепляться без каких-либо проблем. Все, что Эндерман самый высокий на площадке. Да, у него действительно очень приличный рост по меркам мини-футбола. Неплохой прострел. Может быть, я поспешил с выводом о том, кто самый высокий. У нас же еще есть вратари. Удар Коробова на последних секундах и перерыв.
Второй тайм начинается при счете 1-0 в пользу Татнефти. Удалось им забить уже в концовке первого тайма после стандарта, после свободного удара. Здесь ошиблись игроки Татнефти. Вот еще одна ошибка, которая могла стоить пропущенного мяча. Вот как ощущается отсутствие основного голкипера. Джама показывает, что подальше нужно от него уходить, не приводить к нему игроков. Удается Гинитулину мяч отобрать. Ворота были пустые долгое время, но сейчас туда вернулся вратарь. Не мешает от Гинитулину забить. 2-0. Все сделал сам. Этот забитый гол — тот случай, когда молодость все-таки победила колоссальный опыт. А мяч вновь не пересек центр поля. Сейчас будет свободный. Не такой опасный, как в первый раз. Но отсюда тоже можно забить. И уже в 5 полевых играет Меридиан Энерго. Идрисов. Отличное обманное движение совершил и забивает 1-2. Меридиан всей командой на чужой половине поля. Конечно, Идрисов продолжает искать свободную зону. Другие футболисты Меридиана просто катают мяч и ждут, когда Идрисов оторвется от партнеров. Ошибка. Удар по пустым воротам вновь неточный. Мельников, ошибается и он. Здесь мяч не лег на ногу просто. Идрисов сам решил пробить. Еще 5 минут играть. Времени очень много до финального свистка. Я помню, что последняя минута будет чистой, вне зависимости от счета на табло.
уже, возможно, лишняя была передача. Прерывают ее и вновь мимо. За такое обычно наказывают. Столько ударов по пустым с разных точек. Сейчас вообще было время для того, чтобы поднять голову, прицелиться. Но при этом запас сил у пятерки Меридиан, конечно, не бесконечный. Ну, Мельников казалось, что если в подкат постелится, то мяч бы достал. У Мельникова еще одна попытка. Щукин. Все, вратарь на месте. Нефть не торопится, просто играет сейчас на удержание мяча. Как рискованно было. Аут в пользу нефтяников. Тайм-аут берет команда. Пусть идет, а? Продолжается игра. Нужна была пауза Татнефти. Слишком сильно они прижались к воротам в последние минуты. Нужно было сбить атакующий темп. Такая непонятно, удалось это сделать или нет, потому что замена может пойти на пользу Меридиан Энергии. Я уже говорил, силы у основной пятерки были на исходе. Здесь они минуту подышали, еще минуту могут взять сами. Идрисов. Очень похожая ситуация на то, когда Идрисов все же забил. Прострел. Сразу было понятно, куда летит мяч. Ворота пустые. Мельников. Очередная его попытка. И точно. Я думаю, что на ближайших тренировках нужно будет поработать от нефти вот такими ударами. Просто попадание в цель. Забыли вратаря гоняло на дальней штанге. Коробов. Один на один выход. Великолепно. 3-1. Уже второй гол в этом матче, когда
молодому игроку Татнефти, одному из двух таких, поочередно удается просто совершить отбор, обыгрыш и пробить. Сначала Гениетулин, затем Коробов. Какой гол сотворили. Ну и все, идет уже последняя чистая минута. Шнайдерман пробил. Можно было Коробова оставить. У него удар чуть точнее. Два мяча за оставшиеся 45 секунд будет отыграть крайне непросто. Идрисов мажет. Подсказывает Грановский сейчас просто мяч подержать, но могут сообразить еще один гол. Карточку получает Биджама. Здесь продолжаются непонятные столкновения. Слушай, горячее начало сегодняшнего дня. По желтой карточке получили два игрока. Сейчас посторонние лица будут с поля удалены. Игра продолжится после этого. Да, доиграть нужно 22 секунды. 3-1 на бомбе счет. Долгой получилась пауза. Но матчи Меридиан Энерго и Татнефть никогда не проходили гладко. Всегда проходили в определенные полуфутбольные эксцессы. Время на один удар. Идрисов на прощание не забивает. Мяч сейчас будет введен в игру и прозвучит финальный свисток. 3-1, победа Татнефти. Вот так начало дня.